это наступили черный месяц. Будет очень проблемный месяц. Но, ребята, так а зачем вам были резервы? Так вы просто скажите, резервов у нас хватит, мы будем тратить, бюджет не пересматриваем. А в результате мы видим какие-то настроения, что в день мы теряем 100 миллиардов рублей, там ужас. Зачем тогда резервы? То же самое касается нефтяной компании, это очень хороший 19-й год.